Всем привет. Телефон Alcatel у нас. Сбросили на заводские настройки. После чего он просит ввести учетную запись Google. Покажем, как на этом устройстве обойти эту блокировку. Вот такой телефончик Alcatel. Версия Android здесь 6. Ставим курсор в поле ввода учетной записи. Здесь на собаку нажимаем, удерживаем до появления шестеренки, отпускаем. Выбираем настройки клавиатуры Android. Исправление текста. Пользовательский словарь для всех языков. Здесь плюсик добавить. Пишем любое слово по-английски. И удерживаем его, чтобы выделить. Нажимаем на три точечки вверху справа. Вот тут на эти вот. Показать подсказки. Здесь нет. Здесь пишем по-английски Chrome. Вот у нас подсказка вышла. Chrome. Попадаем в браузер. Продолжить. Пропустить. Здесь скачиваем несколько программ. Пишем Google Account Manager 6.apk. Таким образом. И нажимаем «Найти». Так, выбираем сайт любой. Вот можно вот этот вот с буковкой А зелененькой. Разрешить. С этого сайта загрузка начинается автоматически. Разрешить. Файл этого типа может причинить вред вашему мобильному устройству. Окей. Он пишет только потому, что приложение скачивается не с Play Market, а со стороннего ресурса. Так, сейчас немножко подождем. По идее, загрузка началась. Все зависит от скорости вашего интернета. Да, открыть. Устанавливаем. Настройки. Неизвестные источники. Разрешаем. Окей. Назад. Устанавливаем приложение. Готово. Назад. Скачиваем второе приложение. Quick. Quick. Short. Quick. И скачиваем Quick Shark Market. Вот сайт Trashbox. Обычно я с него скачу. Скачать на Trashbox. Скачать. Окей. Ждем окончания загрузки. Так. Окей. Открыть. Устанавливаем. Установить. Так, немножко не в том порядке хотел сделать. Нажмем «Готово». Скачаем еще одно приложение. Называется «Кнопка меню». Кнопка меню. Переходим на английский. APK. Кнопка меню для Android. Вот этот же сайт, где автоматическая загрузка начинается. Заходим. Так.
Здесь нет автоматической загрузки, значит нажимаем скачать АПК. Скачать. Окей. Ждем окончания загрузки. Потом объясню, для чего нужна кнопка меню на этом аппарате. Нажимаем открыть. Устанавливаем эту кнопку. Установить. Так, сейчас тут немножко будет сложности, я так думаю, потому что давно эти не настраивал эту кнопку меню. Но сейчас вместе с вами попробуем ее настроить. Нажимаем открыть. Ждем. Здесь выбираем. Так, дай бог памяти. Дисплей. Разрешить ползунок. Назад. Хорошо. Кнопка меню заходим. Включить. Окей. Назад. Так, здесь смотрим. Так, здесь нам вроде больше ничего не нужно. Назад. Все, вот у нас кнопка меню сбоку. Менюшка такая будет за кнопочками. Вот она нас и интересует. Еще раз назад. Еще раз Quick Shortcut Market устанавливаем. Вот она у нас комсика. Установить. Открыть. Здесь ищем аккаунты Google. Аккаунты Google. Аккаунты Google. Введите адрес электронной почты или пароль. Нажимаем. Посмотреть. Нажимаем на запятую. Нажимаем на красные три точки. И у нас появляется пункт кнопка меню MA. Нажимаем на нее. И появляется надпись внизу «Вход в браузер». Выбираем «Вход в браузер». Окей. Сюда вводим учетную запись Google, от которой знаем пароль. Восстановить клавиатуру. Собака@gmail.com можно не писать. И вводим пароль от своей учетной записи Google. Ввели пароль. Нажимаем «Войти». «Войти». Вход в систему. Все, после этого перезагружаем телефон, смотрим, что у нас получилось. Проверяем. Далее. Пропустить. К Wi-Fi мы уже подключены, как видите. Ждем подключения. Видим надпись «Аккаунт добавлен». Проверяем. Так, здесь не сейчас. Не восстанавливать. Нет, спасибо, пропустить. Окей. Готово. Вот, ребят, собственно, и все.
Смотрим на устройство. Alcatel, модель 5080X, версия Android 6.0.